Но нас ждет болотистый кубок. На болотистом кубке давайте выберем машинку, которую мы должны прокачивать. Прокачивать мы должны лихача. Но я хочу на гоночном грузовике проехать, не знаю. На болотистом кубке. Поехали. Так, смотри. Игроки какие у меня, сильные или слабые? Ну, такие средненькие игроки. Ну, грузовик у меня... Чё ж я его не прокачал? Ну, ладно. Деньги есть, как бы прокачаем. Так. Пока третий еду. Блин, какие они всё-таки... Быстрые. Всё же третья позиция. Да, здесь никто поддаваться тебе не будет. На грузовике таком, да? Угу. Быстрые они все равно. Здесь только прокачать мне... Ну, толку нету, если я буду даже прокачивать, они мне более мощных дадут игроков. Тут и так он на таких машинках едут. Да ё-моё, это вообще несправедливо. Я же могу самую мощную взять, это тут будет тоже, блин, самые прокачанные в мире машинки со мной играть. Берешь слабо прокачанную тачку, так они все быстрые. Быстрее тебя. Так, ну давай под низом проедем. А на танке здесь уже и не проедешь, кстати. На танке нету проезда, не будет. Ого. Так, а ну-ка, на заднем колесе я смогу проехать? А-а-а. Проехали на заднем колесе, что ж, чуть ли не разбились. Так. Не получилось. Да фиг я тут это пройду, какую трассу, да ё-моё, она вообще непроходимая. Так, первый снег. Давайте возьмем. Вот эту машинку. Поехали. Так, давай. О! Сейчас я вам покажу, как надо ездить, мальчики, девочки. Сейчас. Тут у меня тачка по прокачанней. Так, ускоряемся еще немножко. Какое место? Второе. Вторая позиция. Уже получше. Давай, разгоняемся, едем. Так, очень такие игроки тоже сильные. Но тачка у меня с прокачкой. Ну, давай. О, может, сейчас первый приеду. Да ёлки-палки, вот это, смотри. Чувак, Рэй. Быстрее оказался меня. Так, только второе место. Вот, еще и старт не идеальный такой. К сожалению. Так, здесь я знаю как. Здесь у нас поверху был где-то. А, главное, башку не стукнуться. Да ё-моё, лучше вот по низу, мне кажется, ехать. И не париться. Опять Рэй первый. Ну, у него потому что прокачанная машинка. Вот и все. Да, так что у нас там по событиям? Это моя шахта. Ну, давай поехали в шахте. В шахте на драндулетах. Робби. Какой-то вот с Робби каким-то играю. Может он там разобьется? Робби, разбейся где-нибудь, алло. Да, я выиграю тебя. Так, а я не помню, что за выигрыши вот эти вот, что дают? Ну, выиграл я, и что дальше? Кубок дали. Да. Так, на тачках теперь едем. Прекрасно. Это просто кубок, и ничего такого больше интересного нету. Просто кубок. Билл. Ах ты, Билл какой, ты быстрый. Чувак, ну я тебя опередил. Надеюсь, ты меня уже больше не догонишь, алло.
Надеюсь, ты меня не догонишь. Но он, смотри, пытается меня догнать. Но мы не должны допустить этого. Ё-моё, он меня догоняет. Да какого? Какого он меня догоняет? Я не понял. Ай-яй-яй, башкой не стукнись. Да как он меня догоняет-то? Ладно, едем. Быстрее, 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 быстрее. Если я тупить не буду, он меня не догонит. Так, бензинчик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, все, бензин взяли. А где там финиш уже, алло? Не пойму. Ой-ой-ой-ой-ой. Вон, Билли уже едет. Уже Билли едет. Давай, быстрее. Да ёлки-палки, где там финиш-то? Все, Билли меня обогнал. Билли меня обогнал. А что, тут не будет финиша, что ли? Я не понял. Да, походу, это без, гонка без финиша. А я... Тогда можно не спешить. Может, он где-нибудь разобьется. А, бензин он был сверху. Ё-моё. Какой Билли Он очень умный, этот Билли. Он знал, что бензин будет там. И поехал именно туда. А я-то забыл, что бензин там находится. И всё. Так, может, доеду до... А, доеду до бензина, да? Во, спасибо. Доехал я до бензинчика. Теперь нужно догонять Билли. Где же этот Билли, Билли? Не знаю, догоним Билли или нет. Плохо не показывают, сколько метров до Билли осталось проехать. Только сколько проехать до бензина показывают. Да... Билли молодец. Он, во-первых, меня обогнал. Ох, лава, тихо, аккуратно. Во-вторых, он взял бензинчик там, где нужно было. Ну, ё-моё, что это за Билли такой? Ну, мы его как бы опережали вначале. Если был бы финиш, то мы бы просто-напросто бы... Этот самый, забрали бы первое место. А так Билли непонятно куда уехал. Где мне его искать? О, что это за подстава? Ну да, Билли молодец, он 3000 метров проехал, а я только 2. Капец.